Нашей команде всегда нравилась идея делать обычные вещи лучше. В 2021 году мы узнали о проекте «Умный город». В тот момент возникла идея сделать остановки общественного транспорта нечто большим, чем просто укрытие от дождя и ветра. Представьте, что там можно узнать время прибытия транспорта и зарядить телефон. В ходе разработки добавили сенсорный экран, Wi-Fi и возможность почитать новости, построить маршрут или оставить отзыв в администрации города. Обычная остановка превратилась в информационный терминал с камерой видеонаблюдения и экстренной связью. В сентябре 2021 года мы презентовали наш продукт правительству Свердловской области. И уже к концу года установили 28 информационных терминалов по всему городу. Теперь мы готовы оснащать ими другие города. Год назад это казалось невероятным. Это было большой мечтой. Но если мечтать, то масштабно. С заботой о городе и его жителях. Производственная группа «Лига».